Пролетают года и сидеют ветераны. Однако многое остается неизменным и незабываемым. Годовщина вывода советских войск из Афганистана. В этом году уже 29-е. По этому поводу в стенах Ленинского мемориала состоялось торжественное мероприятие. В преддверии очень хорошей, радостной даты вывода войск из Афганистана собрались мы в очередной раз все вместе. Это боевое братство и семьи, у кого погибли дети, мужья. И поэтому как бы со слезами на глазах. Парни радуются, им весело. Так и должно быть. Страшные события, развернувшиеся в Афганистане, унесли жизни многих сыновей, мужей и отцов. Общественная организация «Боевое братство» оказывает помощь ветеранам и семьям погибших. Особое внимание уделено решению юридических вопросов при получении ветеранами земельных участков и остальных льгот. Об этом поговорили на тематическом круглом столе. Нам бы хотелось, чтобы с первого этапа нашего ветерана сопровождал юрист, правовик, который грамотный человек, специалист в своем деле. И тогда результат выйдет налицо. Далее в Большом зале Ленинского мемориала состоялся праздничный концерт. После вступительной речи и минуты молчания в память о погибших войнах для зрителей выступили гости из Оренбурга. Группа «Контингент» исполнила песни о тех событиях, которые навечно отпечатали в сердцах ветеранов афганской войны. Слушайся, летят и гудят трассера по тишине ночной, и разрывая воздух просвистят, нарушая наш покой. Виктория Шикова, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».